увеличился объем продаж. Это самое главное, когда ты в производстве находишься. Улучшилось производство 2 раза, потому что мы поставили все правильно по местам, начали все правильно рассчитывать, убрали очень много позиций игрушек, которые, оказывается, я не знала на тот момент, что они не приносят нам такого дохода, который мы ожидали. Оставили только те позиции, которые у нас самые ходовые, самые востребованные и самые по маржинальности очень такие, которые нам пользу приносят. Усредненный портрет – это женщина 45-50 лет, безработная, многодетная мама. Их обучали вообще, скажем так, работать в команде, проходили несколько тренингов по социальному предпринимательству, по маркетингу. Мало сделать игрушку, нужно сделать ее привлекательной, экологически безопасной, ее надо сделать такой милой, да, для того, чтобы она была востребована на рынке. Поэтому бизнес – какие-то навыки, бизнес-знания для сельских женщин были тоже необходимы. Я стажировался здесь 3 месяца. И в данный момент я сейчас работаю в Казахском обществе слепых «Жилу я» учителем по информатике людей с инвалидностью и остатком зрения. И хочу огромную благодарность выразить, что они организовали это все. This project has helped people across Kazakhstan to acquire new skills, generate income and contribute to the country's economic development. ADB will continue to support programs that promote social and economic inclusion of vulnerable groups.